20 июня 2012 года, 10 лет назад, в доме Морозова на Воздвиженке состоялось учредительное заседание Российского исторического общества. В тот день фактически началось воссоздание общества в традициях дореволюционного императорского русского исторического общества. Представлены сборники, Кирилл, визитная карточка, основной проект общества, по которому уровни развития исторической науки ходили как в нашей стране, так и в мире. Перед началом общего собрания в доме Рио открылась специальная экспозиция, как раз рассказывающая о деятельности императорского русского исторического общества. Само юбилейное собрание началось с поздравительного обращения президента в адрес участников. Его зачитал Сергей Нарышкин. Во многом, наследуя традиции, заложенные членами русского исторического общества в 1866 году, возрожденное российское историческое общество – объединила усилия государства, общества и профессиональных историков, направив их на формирование общероссийской исторической культуры, сбережение национальной памяти, популяризацию объективного исторического знания как на всероссийском уровне, так и в регионах нашей страны. 10 лет назад учредителями общества стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры. Главные цели общества – это освещение, популяризация отечественной и мировой истории, сохранение национальной памяти. На сегодняшний день отделения РИО созданы уже более чем в 50 регионах страны. Сегодня в нашем заседании принимают участие представители отделений Российского исторического общества в Донецкой и Луганской народных республиках. Ряд членов общества задействован в сборе свидетельств о зверствах украинских неонацистов, трагедии мирного населения Донбасса. Считаю, что окончательная интеграция народных республик в наше единое историко-культурное пространство, равно как и сохранение памяти о текущих событиях в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине, являются для Российского исторического общества приоритетами на обозримую перспективу. Напомню, Президиум Российского исторического общества еще в конце апреля принял решение о создании отделений в ДНР и ЛНР. Население России просто восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних 8 лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными продолжают эту освободительную операцию. И у нас ни у кого нет сомнения в том, что победа будет за нами. Глава РИО подчеркнул, что неким смысловым ядром всей системы школьного исторического образования в России является историко-культурный стандарт. В 2014 году в текст этого стандарта вошли сведения о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Теперь на страницу учебников должна попасть информация о героической борьбе жителей народных республик Донбасса. Именно в качестве руководителя Императорского православного палестинского общества огласить приветствие патриарха Московского и всей России Кирилла. Отрадно свидетельствует, что немалые усилия по укреплению исторического самосознания наших соотечественников, которые прилагают общество в соработничестве с Русской Православной Церковью, приносят добрые плоды. Помимо перспектив развития школьного исторического образования, участники обсудили вопросы деятельности РИО в связи с крупными юбилейными датами, включая 350-летие со дня рождения Петра I, столетие окончания гражданской войны в России и столетие образования Союза Советских Социалистических Республик. Понимание нашей имперской сущности очень важно сегодня. Причем имперская сущность не в понимании марксистско-ленинских исследований, а классических наших историков, которые подчеркивали, что Российская империя стала объединением огромного количества народов, этносов, традиций, культур. И в результате действительно сыграла гигантскую роль в истории человечества. Огромный вклад в деятельность РИО вносят академические институты, а для развития исторической науки фундаментальное значение имеют архивы. Не случайно поддержка архивной отрасли также относится к числу приоритетных направлений работы РИО. Серьезные успехи демонстрирует сегодня и российская археология. Благодаря РИО в номенклатуру специальностей высшего образования было возвращено направление археологии, была восстановлена подготовка археологических кадров. В 2019 году
под эгидой РИО происходило празднование столетия Российской академической археологии, важнейшее мероприятие, которое консолидировало нашу отрасль. По итогам собрания в состав общества были приняты новые члены. Утвержден перечень приоритетных тем. Среди них 800-летие битвы на реке Калки, 80-летие победы под Сталинградом и 30-летие принятия Конституции. С полным списком итогов и решений общего собрания можно ознакомиться на официальном сайте Российского исторического общества. Также по окончании мероприятия Сергей Нарышкин вручил членам РИО почетные грамоты и награды общества. Служба информации фонда «История Отечества».